Привет, сразу откроем рандом. Я определил победителя в акции от компании Спортград. В этой акции принял участие 428 участников. Так, сейчас мы посмотрим, на скольки страницах они так разместились. Так, у нас 6 страниц. Это мы вводим на независимом сайте генерации чисел random.org. Получаем 6-ю страницу, видим здесь участников от номера 401-428. Так, 401-428. 414. Так, вот у нас участник. Так, проверяем критерии акции. Друзья, должны быть не менее 50. Записи я вижу. Смотрим фотографии. Фотографии должны быть не менее 3. Так. Раз фотография здесь. Где он? Так, сейчас я... Не наведет сейчас секундочку. Буквально. Так вот. Так, вот он. Так, но у нас 2 фотографии. Их недостаточно. Вообще нет ни одной. Это будет очень обидно. Да, нет. Фотографии недостаточно. Сейчас я обратно беру. Так. 6 страниц. Опять 6-я. Так, 401, 428 вроде бы, я не помню. Да. Так, 428. 421. Итак. Так, секундочку. Друзья, достаточно. Смотрим фотографии. Раз. Так, ну здесь я не знаю, где именно он. Фотографии есть. Смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до начала акции. Так, долго искать не пришлось. И смотрим, вступил ли Богдан в группу спонсора. Так. Поиск по участникам. Что такое вообще? Так. Богдан вступил в эту группу, он является победителем этой акции. Я его поздравляю. Прошу обратиться к Виктору Лубицкому, администратору сайта Paysarium. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем, спасибо, пока.